Необходимо найти способ открыть дверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Менять главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня. Не подходи, у меня граната. Женщина, я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами, тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы... Вентиль от двери. То, что надо.
Скорее, скорее! Это опасно! Меня могут убить! Проверните вещи! Дверь откроется! Напоминаем, лабораторное оборудование является собственностью партии. Порча, присвоение и передача оборудования третьим лицам является нарушением закона и преследуется партией. Сохранение данных. И восстали машины из пепла. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического плеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Генетического анализа не является. Сохранение данных.